Месяц мая в нашей церкви назван месяцем моего служения. Мы говорим о тех видах служения, которые есть в нашей церкви. И я сегодня буду говорить о служении евангелиста. О служении евангелиста, да и в общем, я верю, что это слово, оно коснется не только тех, кто служит в служении евангелиста, да, не тех, кто собирается служить и проповедовать Евангелие, а и тех, кто просто занимается своим служением. Пусть Бог благословит нас. Название проповеди моей звучит так: «Украденное желание». «Украденное желание». Недавно читал разные статьи о том, что нужно для того, чтобы, знаете, у ребенка было желание учиться. Для того, чтобы он ходил в школу, для того, чтобы он делал уроки. Читал различные статьи, как его можно смотивировать. Знаете, когда читал разные заметки, наткнулся на статью, которая немножко говорит об обратном, о том, что есть вещи в школах, в учебных заведениях, там, где учатся наши дети, которые, наоборот, мешают, или же, давайте скажем, лишают наших детей желания учиться. И этих причин много, но одна из них, о которой я хочу сказать, это унижение. Это унижение и насмешки со стороны непутевых одноклассников, которые унижают детей, насмеиваются над ними. И ребенок, когда сталкивается в этой среде с негативными эмоциями, у него желание, само собой, от учебы отпадает. Он не хочет это делать, несмотря на то, что родители, несмотря на то, что учитель в школе, он твердит о том, что это важно, это нужно делать, но желания этого делать нет и не возникает. Желание куда-то пропадает. Сегодня, когда мы читаем Библию, мы с вами можем видеть, насколько ценным для нашего Господа является спасение неверующих людей. Насколько для Него важна благая весть. Насколько Он хочет, чтобы Церковь распространяла благую весть. И в Церкви часто об этом говорится. В Церкви часто ставится ударение на то, что это важно, это нужно, это величайшее поручение, которое Бог оставил нам. Но, к большому сожалению, зная об этом, не все сегодня среди нас имеют желание проповедовать. Хотя послание, или давайте скажем, поручение, оставленное Иисусом Христом, оно было оставлено церкви. Оно было оставлено всем, невыборочно. И сегодня как раз я хотел бы поговорить о таких вещах, о том, кто мешает нам, знаете, иметь это желание. Кто ворует у нас это желание служить людям, проповедовать им, проповедовать Христа, проповедовать благую весть о спасении. И текст, от которого мы оттолкнемся, мы будем читать с Неемии, 4 глава, с 1 по 2 стих. Эта история рассказывает нам о том, как Неемия отстраивал стену. И когда Неемия отстраивал стену, появился какой-то нехороший человек. Смотрите, что говорит текст. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: что делают эти жалкие иудеи? Неужели им дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» Смотрите, когда Санавалат увидел то, что у иудеев что-то получается, ему это не понравилось. Он начал досадовать, и он начал унижать иудеев и пытаться всячески их остановить, задавая им провокационные и унизительные вопросы. И сегодня именно эти 5 вопросов я хотел бы, чтобы мы могли, знаете, спроецировать на наше служение. А как сегодня дьявол пытается обмануть нас, чтобы мы могли оставить служение свое? Как сегодня дьявол пытается унизить то, что ценно для Бога в наших глазах, чтобы мы отступили от этого и больше не делали? И первый вопрос, который задает Санавалат, звучит так: что делают эти жалкие иудеи? С таким унизительным вопросом он обращается к иудеям, которые строят стену. Другими словами, он говорит: посмотрите на себя, на вас жалко смотреть.
Вы тратите силы, вы тратите ресурсы, вы тратите свое время. Неужели не лучше это взять и направить на себя? Неужели это лучше использовать в своих целях, в целях своей семьи, но не в целях кого-то? Этим самым он пытался показать, что то, чем занимаются иудеи, это ничтожно, это не представляет никакой ценности. И хотел показать им, что то, чем они занимаются, этим не нужно заниматься. Это не привлекательно, это не классно, это не модно, это не популярно. Тем самым пытаясь отвратить их от дела Божьего. То же самое сегодня происходит с проповедью Евангелия. Дьявол пытается всячески обесценить то, к чему призвал Бог церковь. И перевести наш взгляд на различные вещи. На то, чтобы бороться с масками, с вакцинами, с ЛГБТ-сообществом, с политиками, решать какие-то важные социальные вопросы. Я не говорю о том, что этого не нужно делать, что церковь не должна участвовать в каких-то проектах. Нет, я не об этом. Я говорю о том, что проповедь Евангелия для нас должна быть приоритетом номер один и конечной целью. Почему мы делаем то или иное? Приоритет Евангелия. И именно от этого отталкиваемся. Почему я занимаюсь теми или иными вещами. Знаете, хочу сказать в конце этого первого вопроса слова Иисуса Христа, которые Он сказал в Евангелии от Марка 16:15. И напомнить еще раз для всех нас Его великое поручение, великую ценность, которую Он оставил для нас. Евангелие от Марка 16:15 написано: «И сказал им», можно сказать, «сказал нам: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». Это самая главная цель, которую Христос оставил для церкви. Сегодня Коля Савчук в своем инстаграм опубликовал такой текст, очень интересный, я не могу его не процитировать. Он сказал: «Последние слова Иисуса Христа для церкви должны стать первыми». Последние слова, которые сказал Христос, должны для церкви стать номер один. Его поручение. Второе. Неужели им это дозволят? Когда Санавлад задавал этот вопрос иудеям, он хотел им сказать, мол, посмотрите на себя. И посмотрите на нас. Нас много. Мы такие мощные. Мы устроим вам такие проблемы, что у вас ничего не получится. Вы думаете, мы вам позволим достроить эту стену? Вы думаете, мы вам это позволим? Таким образом он пытался напугать их. Знаете, сегодня те, кто служат Богу, те, кто проповедуют Евангелие, они тоже сталкиваются с различными проблемами. Потому что есть тот, кто не заинтересован в том, чтобы мы это делали, который пытается всячески нас остановить, который пытается всячески помешать распространению Слова Божьего на земле. Это касается не только нас. Это касалось апостола Павла, который достаточно пострадал за свое Евангелие, но никогда не останавливался. И то, что с ним происходило, никогда для него не являлось причиной остановки. Он всегда шел дальше. Если мы посмотрим на жизнь апостолов, мы тоже увидим, что они тоже много пострадали, но никогда не останавливались. В конце концов, Иисус Христос, который за проповедь Евангелия, за спасение всех неверующих отдал свою жизнь. Пророк Исаия в 54 главе 17 стихом говорит такие слова: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». Знаете, этот текст интересен тем, что он действительно подтверждает то, что оружие будет все-таки сделано. Все-таки будут какие-то нападки на тех, кто служит. Все-таки будут какие-то проблемы у тех, кто проповедует Слово Божье. Но в этом стихе есть и вторая сторона медали.
Библия нам говорит, что ни одно это оружие, которое направленное на тебя, оно не будет успешно. Оно не принесет конечного результата, потому что Бог поможет, Бог вызволит, Бог протянет свою руку, Бог избавит. Знаете, недавно я ездил на евангелизационное служение, и со мной ездил один брат, который делился своим свидетельством о том, как Бог его освободил, о том, как Бог сделал много чудес в его жизни. Но знаете, что самое интересное в этот момент происходило? Что его супруга лежала в ковидном госпитале на аппарате, в тяжелейшем состоянии. И он, несмотря на это не значит, что он вообще там не принимал участия, не помогал ей, ни в коем случае. Он делал все, что от него зависит. Но он бы в это время мог бы где-то ходить, бы плакать, изливать свою душу, а он поехал служить Богу. Рассказывать о том, какой Бог великий в его жизни. Вы знаете, с того воскресенья прошло немного времени, вчера он написал мне, что ее состояние уже гораздо улучшилось. Она уже почти не дышит кислородом, чуть-чуть ей дают для того, чтобы кровь насыщать кислородом, и во вторник ее уже собрались выписывать. Человек, несмотря на эти проблемы, несмотря на эти нападки, служил Богу. Знаете, одна мама, которая получила свое чудо, которое сын спасся от наркотической зависимости, служила зависимым родителям, созависимым родителям. Знаете, и один раз в ее жизни настал момент, что сын ее упал, спотыкнулся. Знаете, она какое-то время пыталась его поднять, у нее ничего не получалось. Она пошла к пастырю и говорит: пастырь, я хочу оставить свое служение. Я считаю, это неправильно, это неэтично, когда такая же проблема есть у меня, когда она не решена служить другим людям с такими же проблемами. На что пастырь попросил ее не торопиться. На что пастырь попросил ее продолжить свое служение, так как оно было успешным, так как она много помогала людям. И она его послушалась. Знаете, она продолжила служить. И несмотря на эти нападки, через небольшое время ее сын вернулся и восстановился в Боге. Бог его вытянул из этих обстоятельств. И знаете, когда я слушал это свидетельство, когда она рассказывала, она сказала такую фразу. Я думала в этот период, в тот тяжелый период, что я служу этим людям. Но на тот момент через них Бог служил мне. Каждый раз проповедуя им, Бог проповедовал мне. Она поняла, что служа другим, Бог служил ей. Дьявол хочет, чтобы через проблемы мы обиделись на Бога и оставили наше служение. А Бог хочет вывести нас из проблем благодаря служению. Третье, о чем мы будем говорить, неужели будут они приносить жертвы? Знаете, когда мы служим людям, когда мы проповедуем Евангелие, наше служение не может быть полноценным, не может быть максимально эффективным без нашей жертвенности. Когда мы жертвуем время, возможно, финансы, какие-то силы и много чего другого. И дьявол, он пытается остановить этот процесс. Он хочет остановить нашу жертвенность, потому что жертва, она имеет огромное значение. Сановалат сегодня задает каждому из нас вопрос. Неужели ты готов приносить жертвы ради спасения тех, кто навряд ли спасется? Это так говорит дьявол. Он показывает нам людей в таком цвете, когда мы пытаемся кому-то послужить. Неужели ты готов тратить свое время ради тех, кому это не ценно? Неужели ты готов вкладывать в этих людей, которым абсолютно на тебя все равно, которые не ценят то, что ты делаешь для них, и просто порою вытирают об тебя ноги? Перестань это делать. Твои жертвы им не нужны. И мы зачастую, ожидая результаты от нашей жертвенности в служении, разочаровываемся, не видя каких-то явных результатов, не видно явно какой-то отдачи, и охладеваем. Наши жертвы в служении усиливают процесс, безусловно, потому что Бог приходит на жертву. Но наши жертвы не спасают, это очень важно понять. Они всего лишь навсего дают шанс человеку услышать Евангелие, приблизиться к Богу, а спасает Иисус Христос.
Если твою жертву не оценил тот, в кого ты сеял, кому ты жертвовал, не переживай. Бог ее принял. Бог однозначно принял эту жертву. Знаете, к нам в реабилитационный центр попал парень в зависимости, в ужасной. За этого парня отказался платить его родной отец, несмотря на то, что он был христианином и, наверное, является по сегодняшний день. Знаете, и самая интересная ситуация во всем этом, что этого парня уже приговорили к сроку. И так как началась пандемия, ему дали отсрочку 2 месяца. Он должен был 2 месяца побыть у нас в реабцентре и поехать в тюрьму. Знаете, понятное дело, ну как бы вообще нерационально жертвовать, нерационально платить за этого человека. Но нашлась одна домашняя группа, которая взяла на себя ответственность за этого парня. Они проплатили 2 месяца за него. Он уехал в тюрьму. Сегодня ведет нехристианский образ жизни, абсолютно аморальный. И к Богу он так и не пришел, но он услышал весть о спасении. Но знаете, что самое интересное? Они дали ему шанс услышать Евангелие. И я верю, что настанет время. Возможно, через год, возможно, через 2, возможно, через 3, а может быть, перед самой смертью, когда этот человек вспомнит о том, что есть Иисус Христос, который прощает, который освобождает, который спасает и примирится с Ним. И примирится с Ним. Но это еще не главное. Есть еще одна сторона медали нашей жертвенности. Слово Божье говорит нам в Иоанна 4:38. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Знаете, в нашей жизни, в нашем служении бывают периоды, когда мы сеем. Когда мы сеем, но не получаем оттуда результата, куда посеяли. Но бывает другая сторона медали, когда мы получаем результат оттуда, откуда не сеяли. И Бог говорит нам, будешь жать, где не сеял. Знаете, наша задача жать, точнее сеять. А вот откуда мы пожнем, оттуда, куда сеяли, или оттуда, откуда не сеяли, это уже вопрос второстепенный. Но жатва будет 100%. Жатва будет 100%. Поэтому если ты думаешь, жалко тебе времени своего, тяжело, возможно, что-то делать для кого-то, у тебя опускаются руки, послушай, будь жертвенный. Бог видит все, что мы делаем. Бог видит, для Него цена каждая жертва, которую мы приносим ради спасения других. Что самое интересное, у этой домашней группы, за которую я рассказывал, у этого парня была девушка, которая не имела никакого отношения к церкви. Знаете, и эта девушка потом по каким-то причинам прилепилась к этой домашней группе. Эта девушка покаялась, приняла водное крещение и является членом церкви. Сегодня они пожали оттуда, куда они сеяли. Жатва пришла совершенно с другой стороны. Они ничего не потеряли. Дьявол может дурить, говорить, ты неправильно делаешь, ты... Мы все делаем правильно. Христос принес себя в жертву, заплатил самую большую цену, какую только можно было, но не на всех эта жертва действует. Но Он дал шанс всем сегодня прийти к Нему и спастись во имя Иисуса Христа. Хорошо, четвертое звучит так. Неужели они когда-либо кончат? Я не знаю, как у вас, но у меня бывает такое, знаете, когда служишь человеку, вкладываешь в него, не видишь результатов, не видишь никаких перемен, особенно когда это длится долгое время, когда тебе начинают ездить по ушам, когда тебя начинают использовать. Знаешь, тебе хочется просто сказать в один прекрасный момент. Все, я останавливаюсь, я не буду больше тебе служить. Не хочешь? Иди гуляй. Иди живи так, как ты хочешь. Так, как ты хочешь. Я не хочу этого делать. И знаете, есть кто-то, кто нашептывает тебе постоянно это. Да оставь его, ты глянь, он непутевый, он втихаря курит от тебя, тебе рассказывают, что все нормально. А на корпоративе пьет, а тебе говорит, что молоко хлебал. Это постоянно одно и то же. И ты думаешь, ну ты уже устал от этого, ты хочешь сказать, все, точка. Но Слово Божье говорит нам, Откровение 1.8. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель». Наш Бог, Он есть начало и есть конец. А значит, если Он начал делать доброе дело в тех, кому мы служим через нас, Он обязательно доведет его до конца. И все, что от нас зависит, дать Ему возможность это сделать.
А как мы можем ему дать эту возможность? Просто не оставлять этих людей. Просто служить им дальше. Несмотря на то, что ты будешь не видеть как результата какое-то время. Несмотря на то, что ты будешь разочаровываться. Помни, что Бог работает с сердцем этого человека. И в его жизнь обязательно когда-то придут перемены. Пусть Бог нас благословит это помнить. Мы можем, музыканты могут проходить. Мы будем подходить к концу. Последний, пятый вопрос, который сегодня Санавалат задает нам. Неужели они оживят камни из груд праха? Так бывает, знаете, что Бог побуждает наше сердце и отправляет свидетельствовать о Нем к тем людям, для которых слов наших будет совершенно недостаточно. Потому что в их жизни есть такие ситуации, которые требуют немедленного вмешательства и проявления Божьей силы. Это когда Бог нас отправляет свидетельствовать зависимым, свидетельствовать одержимым, возможно, свидетельствовать больным. И ты понимаешь, что сегодня от того, что ты придешь и будешь что-то рассказывать, навряд ли что-то изменится. Потому что там как раз-то вот нужно проявление Божьей силы. Там нужно исцеление, там нужно освобождение. Знаете, буквально перед Пасхой у нас произошла такая интересная ситуация. У нас есть племянница, это подросток, девочка, которая заболела. Она простудилась. И у нее по-женски вскочила опухоль какая-то, очень большая и гнойная, которая очень сильно болела. Когда они пошли к врачу, врач увидел это все дело, сказал, что выписал таблетки, но сказал, что 99,9, что они не помогут. И надо будет резать. Она очень мнительная. Она очень испугалась. Она впала в депрессию. Она не может ходить ни в туалет, ни просто, кушать не хочется. Дома атмосфера испорченная, знаете. И мы с моей женой приняли решение, что мы поедем. И просто помолимся за нее. Знаете, я написал пастырю Коле сообщение. Говорю, благословите, пожалуйста. Знаете, он благословил, а потом написал такое слово. Деяние 26:16 написано. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Знаете, когда я прочитал этот текст, я понял, что Бог меня поставил свидетелем. Свидетелем того, что я видел. А я много раз видел, как Бог являл свою славу, как Бог проявлял свою силу в исцелении больных. И все, что зависит от меня в этой ситуации, не исцелять, а свидетельствовать. А Он, как судья праведный, примет конечное решение, что делать в этой ситуации. Хотя по-человечески веры своей не хватает. Ты думаешь, я сейчас приеду, помолюсь, ничего не произойдет, и все разочаруются, и я разочаруюсь. Знаете, мы помолились о Богу с супругой, мы попросили, чтобы Бог явил свою славу. Заехали в Макдональдс, взяли еды, привезли ей. Потом моя супруга просто за нее помолилась. Мы немножко поговорили и уехали. А утром позвонила сестра со словами «Слава Богу!». Неверующая сестра, которая говорит, что эта опухоль прорвала. Все это повыходило. И Бог явил свою славу. Знаете, но я помню, насколько я боялся это делать. Насколько я переживал, у меня не получится. Так действительно, у меня не получится. У меня нет ничего, чем бы я мог бы исцелить ее. Но у Христа Иисуса есть сила. И если сегодня Бог тебя направляет идти к больным, если Бог тебя направляет, не бойся, не бойся. Я могу рассказать сотни историй, когда я молился, и ничего не менялось. Но это не повод не идти еще, еще, еще. Потому что настанет время, когда Бог явит явно свою силу. На этом я буду заканчивать. Мы можем встать на наши ноги, мы будем переходить сейчас к молитве. Знаете, 5 таких вещей, через которые хочет дьявол остановить наше служение. Первое – это унизить Божье служение. Второе – знаете, он хочет нам не позволить через разные обстоятельства это делать. И третье – он хочет остановить нашу жертвенность. Четвертое, он хочет, чтобы мы никогда ничего не заканчивали и бросали на полпути. И пятое, он хочет, чтобы мы не доверяли Богу, чтобы мы не доверяли в Его силе и сверхспособности. Давайте помолимся. Дорогой Господь Иисус, мы сегодня приходим к Тебе в этой молитве, Святый Бог, и молим и просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас, каждого служащего Тебе проповедью Евангелия.
каждого распространяющего благую весть, Господь. Я прошу, благослови, пожалуйста, тех, кто сегодня, возможно, на пути, у кого в сердце только зарождается этот призыв от Тебя, Господь, кто находится в размышлениях, кто пытается что-то взвесить, Господь, благослови принять твердое решение, Боже, выполнять волю Твою на этой земле, распространяя Твое Слово, Господь, для славы Твоей. Также, Господь, мы молим и просим Тебя за каждого служащего, кто сегодня переживает трудности, боли, какие-то негативные обстоятельства, Господь, пожалуйста, помоги, Иисус, избавь во имя Иисуса Христа. Пусть придет Твое избавление, Господь, покажи выход во имя Иисуса. Мы молим и просим Тебя, Господь, во имя Твое. А также, Бог наш, мы молим Тебя и просим за наши нужды, которые сегодня есть пред лицом Твоим. Мы просим, услышь, Господь. Боже, увидь их и ответь во имя Иисуса Христа каждому, кто сегодня обращается к Тебе с нуждой. А мы благодарим Тебя, наш Бог, за то, что сегодня мы стоим пред лицом Твоим, за то, что сегодня мы можем обращаться к Тебе во имя Иисуса Христа. Еще, дорогие братья и сестры, одна молитва, которую я хотел бы совершить. Знаете, это молитва спасения, это молитва покаяния. Это молитва, которой, помолившись, человек получает прощение грехов. И, возможно, сегодня среди нас есть люди, которые никогда не каялись в своих грехах. Возможно, среди нас есть люди, которые никогда не молились этой молитвой. А может, есть те, кто когда-то ходил какое-то время, но отошел по какой-то причине. И сегодня я хочу вас пригласить к этой молитве. Если вы чувствуете этот призыв, я прошу, поднимите, пожалуйста, свою руку на месте, чтобы мы просто могли вас увидеть. Выходить к сцене не надо. И мы помолимся. Слава Богу, я вижу. Слава Господу. Есть такие люди. Я буду молиться этой молитвой. Но я хотел бы попросить вас, чтобы вы от чистого сердца обратились к Богу, а не просто повторяли за мной. Иисус Христос, который 2000 лет назад отдал Себя за каждого из нас, простит и очистит. Дорогой Господь, Иисус Христос, я признаю, что я грешен, что я нуждаюсь в Тебе и без Тебя не могу. Прошу, прости меня. Прошу, очисти меня от моих грехов. Я каюсь. Прошу, войди в мое сердце. Стань моим Господом и моим Спасителем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы помолимся, Церковь. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за каждого, кто сейчас молился молитвой покаяния. Мы просим, Господь, благослови этих людей, Господь. Благослови, Боже, их правильными решениями остаться в Церкви, следовать за Тобой до конца дней жизни на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И также большая просьба тем, кто молился молитвой покаяния. В конце будут стоять служители. Вы можете подойти и с вами познакомиться, и вручат вам небольшие подарочки. Пусть Бог благословит вас.